И возвращаемся к событиям в нашей стране. Очередное коррупционное дело завершилось в Актюбинском уголовном суде. Бывшего замруководителя управления строительства Жамбыла Нурбаева осудили за взятку в 6 миллионов тенге. По информации пресс-службы суда, за решеткой экс-чиновник проведет 4,5 года. Также ему пожизненно запретили работать на госслужбе. Судом установлено, что Жамбыл Нурбаев через посредника получил взятку от директора строительной компании. Фирма возводила физкультурно-оздоровительный комплекс в селе. Все фигуранты уголовного дела получили реальные сроки наказания.